Не, кстати, если это была последняя принцесса или нет, или еще одна? Я не знаю. Да, если я выиграю еще один бой, то мне дадут ачивочку, то что да? Все принцессы мои. Поэтому, ну ты понял, да? Биться до конца. Итак. Кот пришел помогать. Поддержка такая. Я не сейчас понял, будет классно. Поддерж... Считаешь? Да. Ну нифига себе! Не ожидал? Да. Только на камни не попадайся, видимо. Клёв, давай, змейка. А, я думал, эту херню тоже избегать надо. Ништяк. А что там было? Да вроде ничего. Кот упоротый, прям на руки лезет, прикинь. Ну, моя тоже порой так херню страдает, знаешь, я, правда, стремлюсь ее прогнать от себя, потому что, Зося, ты такая шерстяная, уйди. Смотри, какие чудовища. Грац. Скоро такую же пушку, как у тебя, постараюсь забрать, если она, конечно, есть. Она у тебя появится после прохождения. А, ну, да ну, это как-то вообще. Я-то рассчитывал, что... Ну, вроде как, потому что это пушка у последнего босса. А, вот че. Давай, пинай! Кстати, мы уже почти прошли. Ну, и тем более хорошо. Слушай, ну... Первая кооп игра практически пройдена. Полгода спустя. Да мелочи, Жин, ну что ты? Ну, Вань, ну Влада, ну что ты отягощаешь-то, а? Ну, прошли же и главное, не находит. А полгода, год, да какой ты, волнует вообще. Сейчас мы затащим. Вся деревня будет наша, все девки будут твои, к сожалению. Я просто сложная личность, меня не понять. Ой, все. Вот именно, ой, все. Подожди. Иди сам, переключайся, я пойду назад. Ладно. Короче, тут все очень жестко. По-моему, сюда. Ага. Сейчас подряд 4 босса. Ты что, издеваешься? Короче, да. Херячь только его, по-моему. А, нет. Да, только ее. Видел такую морковку часы? Экспрессионизм, однако ж. Теперь ты видел все. Я не уверен, что хочу это видеть, но я не уверен. Я хочу это развидеть, да? Да, unsee, please. Блять. Ненавижу клоунов. А он не замораживается, да? Ну зато коцается. Блядский кот. О боже мой. Ты человечек какой-то непонятный. Человек явно проблема с фантазией. Господин, по вам Фрейд плачет. Горькими слезами. Отвечаю. Снова единорог на 130 демеджа. Не-не-не, лови ты. О-о-о. Смотри, мидбой. Да ладно. Ну он красный. Нос улитка? Бывает. Нет, не мидбой, это те... Нет, это мидбой. Не, в каком месте это мидбой? Тут еще не видишь, он красный.
Это же очевидно. Знаешь, если мороз заедет, я не боем стану. А у нас на лете тут под минус 15 сейчас, данную секунду, пространство. Хотя самое холодное время, по-моему, 30 с чем-то было этой зимой. Ну такое, значит, не самая теплая зима. У нас минус 15. Да я знаю, что в Украине достаточно тепло. Хотя насчет Одессы точно сказать не могу. Ну, нет, ну Одесса выпуск. Возле моря, там... Ну там тоже холоднее правда. Будет. Так. А мне? Бери. Тут принцессы не будет, поэтому не волнуйся. Лакшери, детка, да. Золото, зюйта. Зюйта? Нам нужно больше зюйта. Зюйте, вермахте. Все? А, следующий босс, да? Нет, тут кристалл, по-моему. Кристалл? А чё музыка? А ну иди сюда. Чё, просто играет. Ты уверен? Вау. Нет, пошли там наверх надо было. Мы сейчас опять будем сражаться. Ты уверен? Фак. Я, пожалуй, вырежу это при прохождении нашем, да? Чего? Ну, монтажиком вырежу вот этот момент. Пускай народ протащится, как мы. Ну конечно, да. Ощутите нашу боль, пойми мои страдания, да? Ну тогда. Посмотри, он почти уже умер. Ну да, пол хп. Ну почему его на лифте нельзя перехватить? Да и чё он такой злой? Судьба у него плохая. Уверяюсь. Охренеть, какой он бронелом. Все, он останется. Да, останется. Он никуда не уйдет. Он с нами навечно. Ей. А нет, смотри. Шел. Убегай, он сильно коцает. Что поделать, простите меня. Давай, давай, давай. Нормально, я ему джагл раздал. Вообще о, хорош. Пушка, пушка, смотри. Чё? Чё за пушка? Единорог какой-то, типа. Бери. Стой, он на магию. Да, он на магию, плюс 6. Ну бери, тебе... возьми, чтобы она у тебя появилась. А, ну да, ладно. На. Бабки, детка, снова. Да. Всё это опять оно. Стой, стой, там еще был. Теперь все. Теперь не доверяем музыке, идем все равно наверх. Так, получается, 4 портала постепенно открывают двери к боссам, да? Ну вот, этот кристалл нужно расхерячить. А мы его ручками с моим? А, ну да, как бы здесь были эти мобы с бутерами. И теперь портал, ну вот. Господи. Таким образом. Так, второй босс. А, или по-моему с этого босса падает мой меч. Давай посмотрим. А, нет, это терминатор. Не, это терминатор. Так. У него несколько явно рейндж изменился, да? Да. Стал в разы больше. Хотя и раньше он был довольно-таки далеко. Ни хера себе он стреляет. Опа-на. Фига дэмэджа. Чё, в землю вдавливается? Чё? Слушай, а может мертвяка надо загнать? А. Да он чё-то... Даже да, не морозится. Мертвяк-то это.
марионеточно. Ну и лепси-лепси. Побежали. Тут надо ждать стадии. Мне кажется, тут можно что-то откопать. Да, крестик. Неспроста. Это ведь неспроста. Попытайся? Ну не сейчас же, давай после босса. Двадцать пять дамага, все. Ну это не серьезно. О, неплохо я его. Фига дэмэджа. Да достал он уже. Я его, по-моему, ударил. Где? А, нет. Он своего ударил. Ну да, я думаю, в этом и суть. Его так раньше можно загонять в эту. В гробик. Так, опять угроза на мне. Я настолько упорот, что попробую. Давай. Оружка! Чё дает? Первого знает. А назад где чё? Всё, пропало? А, ты его просто взял в руки, и я взял. И пропало. Может, оно просто уровня высокого? Щит ставь. А он после этого сразу начинает стадию с мертвяком. Ай-яй-яй. Миша, живи. Миша, жи. Югушвили просто. Херячего, херячего. Я стараюсь. Спину в спину. Какая разница, куда? Главное убить эту тварь. Распоясался уже, край. Снова. Тебя что ли дам? Тебя агро. Мелкого, но у меня большого. Ага. Что за носок такой здесь валяется? То есть динозавр тебя не смутил? Не смутил. Ну это мелочи, ну серьезно. А, да, ты раскопал. Еее, бейби, давай, давай мне мои деньги. Почему ты Оскар не оставил Ди Каприо? Не заслужил. А может, я просто не люблю Ди Каприо? Откуда ты знаешь? Вдруг почему ты его не любишь? Титаник, а? Потому что это нытьё, это сплошной нытьё и романтика. Зачем ты зайдёшь? Случайно, на самом деле, случайно. Еще два босса, да? Магазин, как я понимаю, между ними не будет, да? Ну, скорее всего, нет. Что поделать? О, привет. А, вот, видишь меч? Ой, все враги, что были перед этим, вообще здорово, клево. Здорово, ребятки. Вон ниндзя ассасины. Да вообще, пираты, которые. Так, мне кушать, кушать. Сорьки не увидел. Потерялся. Музяка такая качает. Да вообще. Слушай, жесть, как она есть, серьезно. Собрал чуваков со всех локаций, они еще и дамажат по-современному. Ну, по нынешним меркам хорошо.
Сида Аллахагбара. Слушай, они дальнобойные, я ничего не могу сделать. Кто? Тут чуваки дальнобойные прям. Я дальнобойщики? Ну да. Как там русские локализации? Бери яблоко. А, яблоко пропало. Ну ладно, я просто вспоминаю. Бананы. Русская локализация, Assassin's Creed, мол, типа, мечники. А те, это те, что с мечами ходят, да? А как назвать тех, что с саблями ходят? Саблисты? Саблисты. Мечники 2. Так, второй уровень. О, господи, ау. Ну что за звездос? Жесть. Жесть, а какие есть, они быстрые. Не говори. Я не знаю, Вань. Если что, я был коммунистом. Пока вы, я остался один. Где ты? Я слева где-то был. Среди общего количества трупов. Пиздец какой-то. О, посыпки. Да хорош меня носить туда-сюда. Оу, окей. Поднял же вроде, нет? Нет, не надо. Еще раз. Как у тебя сражение? Кошмар, я вообще ни хера не понимаю. Чего здесь происходит такое? Яблоко. Яблони недалеко, бананы. Что? А, бананы, да. О, раз. Спасибо. Раз. Отлично, меня. Тебя тоже. Вообще. На, маги. Багруша. Да пиздец, он как-то ходит. Да вообще гиперактивный, да? Возьми, возьми ягоды быстрее, я задержу его. Уходи без меня, да, типа? Да, теперь ты меня. Так, отойди от него. Видишь, как он как бы, я не знаю. Я снова помер. Угу, спасибо. О, босс вылез. Смотри. Хера. Я его могу заморозить. О, клёво. Морозь, морозка. В спину его атаковать нельзя. Надо же. На нахер. Слушай, да он наших размеров. Он рыцарь бывший, я отвечаю же. Так он этот. За него, по-моему, даже потом можно играть. Что-то мне так кажется. Точно? Давай, пинная. Слушай, ну жирный звездос прям. О, точно. Бей его. Давай, давай, давай. Зажимай в углу. Ладно, он справа. Атакует, еще зараза. А вот и нет. Я использую указательный палец вместо большого. Это читерство. Ну работает. Так, я с ним махаюсь. Ваня, 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 Ваня. Да, все нормально. Нет.
господи. Помру таким образом. Разом не сказал даже. Давай, зажимай! Ай-яй-яй, слишком далеко. Да, мы слишком близко друг к другу находились, надо чуть подальше. Ай-яй-яй, больно. Заморозишь? Я снежками прикрываю. Давай, я щитом. А, он щитом, давай. Скотина такая, слушай, жестокий чувак. Еще немного. Давай, жесть какая-то. Братишка, братан, ну ты что? Давай, на нахер. Вот это победа! Да, бля! Я оружие, нет? Во-во. Чё там? Его меч. А, мастерское. Ждёт меня, да. Ну, ты 20 уровень как раз. Я, да, но он ждёт меня мастерской всё равно. Фух. Странно, что после него денег не дали. Ладно, лазь, босс. Сейчас, по-моему, вообще жесть. Ну? Тогда примем ее с достоинством. Да. А, заклинатель. Приготовься, да? К попа боли. Я уже готов. Ты уже готов? Бегай. Бегай, бей кристаллы. Я как понял, у него несколько стадий, да? У него? Стадии 10. Ты серьезно сейчас? Ну да. Блин. Не, ну до хера еще у него, реально. Так, это первое, как я понимаю. Ну, типа да. И то это можно, наверное, даже не считать за стадию. В смысле, ну. Ну, мы же его не бьем. Будем бить его, наверное. Когда он со щитом, можешь. Я не помню. А, вот. Нужно пробить, по-моему, магией. Магией? А, ну окей. Всё. С магией у меня, конечно, все плохо. Но он отражает ее в меня. Да, кстати. Попробуй с лука стрелять. Не-не-не. Он это отражает полностью. Ну, мою не отражает. Да-да-да, он отражает полностью. Смотри, пытаюсь ударить его мечом, допустим, да, вот. О, вот так, с разбегу бей игриком. Ага, я убил себя. Такое впечатление, как будто мы на повышенной сложности играем. А мы играем на повышенной сложности? Ну, я думаю, нет. Слушай, а ты не думаешь, что у него есть стадии? Красная бить... Вот синяя бить магией, красная бить ручками, а другая бить иначе. Попробуй сейчас магию. Сейчас. Только сам не помню, смотри.
Ну вот а красный. О, вил. Ну, видимо, да. Так, мне сейчас исключать лес. Так. Как живой? А, нет, мертвый. Бей, бей. Стараюсь. Так, магия. И. Так. Теряющий в воздухе, вот так вот. Я понимаю, что это разбрасывать, на что наступать вообще не стоит, да? Ну на шарики эти не попадайся. Немного трудновато. Ты на тень смотри, вот. Есть, лопнул. Все? Ага. Приятно удивлен. В кавычках. И как его убить? Ну вот как-то убить. Лёча. Подпрыгиваешь и херячишь. Может, ничего не падает все подавано. Не, ничего. Так. Что это он делал? Это он лапками. Лапками. Цок-цок-цок-цок-цок. Не одной большой, а. А так, я помер. А маленькими. Все? Не-не-не, отойди лучше в сторону. Так я не могу. Можешь, я все верю. Быстренько, хоп-хоп. Да, есть, спасибо. Да, у него с двух лап работает система, ну вообще видится. Так, Борис. Вот собака сутулая. Представлять больше нечего. При чем тут собака сутулая? Ну вот так вот выразился я о нем. Ну бесит он меня уже. Почему не горбатая? Я сказал горбатая. Ну ты говоришь горбатая, я говорю сутулая. Все в порядке, норма, Вань. Так, лапками. Еще немного. Не умри. Понимаю, я стараюсь, я стараюсь. Самое главное, чтобы мы... Откачивай меня, пожалуйста, откачивай. Секундочку. Нет, не прыгай. Я стараюсь. Нет! Да. Четыре уровня. Нет, лучше, наверное, вкачай ХП. А смысл из-за того, что все равно умирает. Потому что... Ну, так, да. Потому что гладиолус. Так, скупиться. Давай в магазин, да. Final battle. Мы осматривали земли, в которых была принесена война. Так, ладно, кристальчики. Беги! Ну, я бежал. Хреново получилось, правда?
снабжу. Так, давай снова побегаем. Не перебарщу. Не надо, не надо, да. Ну да ладно. Так. Стало время. Так, синяя это магия? Да, синяя магия. Давай, честно. Тоже могу поучаствовать, но эффективности будет немного. Да я попасть не могу. О, бей. Так. Фига, отразил он твою магию. Плеткой херяч. Так, твоя степь. Так, ну это легко. Ну это да. Главное прыгать. И да, может в полете. Ей, ай-ей. Шарики позадевали. Так. Да, чтоб тебя за... Отходи, отходи. Зажал, блин, фазу. Так, хилка. Немного осталось. Давай, прям совсем чуть-чуть. Понял, парочку таких же заходов. И есть! Это только часть, как я понимаю, да? Но я не помню. Снова надулся. Старый пикрадный, блин. Волшебник, извиняюсь. А почему не гей? Ну, хотя да, вот хороший вопрос. Нет, надо узнать, играет ли он за магов в Dark Souls. Если подтвердит, то да, в таком случае это неоспоримый факт. Твою мать, у него крутой меч. Сейчас будет стадия ближнего боя, да? Слушай, меч похож на дракона головешки. Охренеть. Смотрите, смотрите.
Ты охренеточки. Слушай, а как его достать-то? Не, по-моему, слишком высоко подлетает. Да, жесть. Можешь лук? Нет, о. Не то. Так. По 46 его. Ну это ты эти своими хреновинами. Ну ты просто бегай и Y один раз нажимаешь, чтобы так типа дашить его. Рывком бить. По-моему, лучше всего. Тягостная, очень тягостная битва, прям напряжение нарастает. Уканус, разрыванус. Я ни на что не намекаю, но его меч имеет фаллическую форму. Какую? Фаллическую. Фаллическую? Именно. И красный, да? Ну, так, местами, знаешь. То есть, он, ты хочешь сказать, что он елдаком нас бьет? Да, да. Каратель просто. Вообще. Небось, дотку играет. О, я его почти добил. Где? По голове! Как тебе в голову-то? Опа, опа, опа. Эй, меч, меч! Меч, алло, ну не успели. О-о-о. Так ты же вроде взял его, нет? Не, не успел. Так, а мы опять это, слышь, мы летаем. О, ты меня перехватил. Чем мой герой? Блин, а меч? Ну, не знаю, кажется, все. Да? Вот так вот и закончилась наша великая жесть. Да, но тем не менее это было круто. У меня аж руки устали нахрен. Да, да, не только руки. Спасибо большое за такую интересную кооперативную кампанию, по которой мы сейчас пролетаемся и нам показывают все, что мы совершили с этими бедными людьми в этой бедной вселенной, возвращая кристалл назад нашему королю. Как тебе вообще игра по впечатлениям? Я знаю, что ты не в первый раз ее проходишь. Ну, если не первый раз прохожу, значит, шикарная игра. Советую всем ее хотя бы один раз пройти. Да, с чем-то да, включая то, что здесь еще персонажи можно открыть, и реиграбельность очень большая, ввиду того, что очень много различного оружия и так далее. Ну, а сюжет, как вы можете понять, ну, не очень-то и длинный. Там 4 часа в итоге мы с тобой наиграли, да, получается? Ну, не Нет, больше. С учетом всех фейлов. Часов 7. Часов 7 разве? Да. Мы же играли тогда. Ну, в принципе, ну, можно посчитать примерно по сериям. Ну, так-то да, можно будет посчитать примерно по сериям. Вот столько у нас заняло прохождение этой игры. Без учета, конечно, полугодового перерыва, но, тем не менее, это мелочи. В общем, также, спасибо тебе большое. Также не забывайте, что тут есть арена, и как бы вы можете сражаться один против одного, там, с друзьями, как мы, допустим, с Мишей, или просто с кем-то, кого вы не знаете. Ну, так-то да, либо с рандомами, если они то еще есть, играют. То есть, если вы даже прошли сюжетку, не обязательно забрасывать игру. Да, тут очень, скажем так, ввиду того, что персонажи прокачанные, можно использовать в любом виде мультиплеера, можно играть, как Ваня уже сказал, на арене или в других любых режимах, не только
прохождение, либо кооперативное прохождение. Как вам будет угодно. Слушай, этот котяра бешеный, ненавижу. В общем, Вань, спасибо тебе большое за то, что... Тебе тоже, Миш. ...со мной прошел эту игру. Давненько уже хотелось ее пройти. Ну что, встретимся тогда уже в следующий раз. В следующих прохождениях. Именно. Всем спасибо за просмотр. Всех благ и пока. Всем пока.